Всем привет на канале Олл Датчман. Для тех, кто впервые попал к нам на канал, рекомендую сразу подписаться на этот канал, чтобы быть всегда в курсе событий, получать обновления и уведомления о тех видео, которые вы еще не смотрели. Для всех же остальных ставим пальчики вверх, делимся видео с друзьями и смотрим этот выпуск, потому что сегодня мы с вами поговорим о цифрах миграционной политики, об исламе и о тех людях, террористах, уголовниках исламского вероисповедания, которых выдворяют из Германии и что эти люди делают. Так вот, давайте по пунктам. 9 лет назад, в 2015 году, немецкие политики создали такой вот свой проект под названием «Миграционная политика». Они всем нам с телевизоров, из радио, из газет и журналов доказывали, что чем больше придет к нам рабочих рук, чем больше придет специалистов, тем мощнее и сильнее в лице других стран-партнеров станет Германия. Промышленность укрепится, индустриально развитые страны посмотрят на Германию и поступят точно так же. Ну, так нам говорили политики. Сейчас у нас в стране 3 миллиона получателей социальной помощи под названием Hartz IV. Из этих 3 миллионов только 1 миллион мигранты, вот эти вот религиозные фанатики, эти мусульмане, приехавшие с 2015 года до сих пор в страну и живущие тоже на этом пособии. Так вот, среди этого миллиона 850 тысяч человек не имеют никакого ни высшего образования, ни среднеспециального, ни среднетехнического. У большинства из них даже незаконченное среднее образование. О каком вливании рабочих сил, рабочих рук в индустрию страны можно говорить в этом случае? Чтобы научить этих людей какой-то профессии, нужно вновь потратить на них огромнейшие деньги. Казна не бездонная. То есть получается, что эти люди привязаны на долгие годы к социальным пособиям, да и сами-то они не хотят работать. Зачем работать, когда по факту получается, что ты получаешь пособий больше, чем среднестатистические рабочие в Германии? За тебя государство платит за квартиру, тебе платят пособие, тебе раз в полгода дают деньги на то, чтобы ты купил себе новую одежду и обувь. Тебе даже дают изначально деньги на то, чтобы ты мог купить себе мебель. Зачем идти работать? Вот так они и живут. Не хотят ни учиться, ни вливаться, ни интегрироваться в жизнь страны. Получается что? Получается, наши политики нас обманывали, зная заранее, что никаким положительным результатом эта миграционная политика не приведет. Сейчас же у нас в стране намного больше нелегальных мигрантов, чем было, к примеру, несколько лет назад. Все благодаря миграционной политике, которую защищают партия зеленых и СПД. Они утверждают, что новые люди, молодые, крепкие умы нужны нашей стране, забывая о том, что статистика говорит об обратном. Тем более, что вот эти вот граждане-мусульмане, которые сюда приезжают, уже не соответствуют ожиданиям и мечтам вот этих вот зеленых политиков из СПД. Оказывается, наши политики, когда создавали вот этот, вот, скажем так, религиозный коридор для свободного внедрения в христианскую страну мусульман, не учли тот факт, что ислам – это не миролюбивая религия, это идеология, которая не терпит других религий рядом с собой. Многие политики у нас в стране говорят о том, что дайте срок 10, максимум 20 лет, и вы увидите, что демографический уровень у нас в стране поднимется. Да мы не спорим, они же все эти афганцы – озабоченные, как только видят короткую юбку, они сразу
мозгами двигаются и пытаются изнасиловать эту девушку или женщину. Они же не соображают ничего. Политики говорят: дайте срок, и наша страна вновь поднимется с колен и покажет всему миру. Что покажет страна всему миру? То, к чему шли христиане в Европе, длилось не 10, не 20 лет. Через многие ошибки, через многие препоны строились государства в течение 300-400 лет. И вот какой сейчас мы имеем результат. А тут, оказывается, благодаря нашим зеленым политикам и красным политикам от партии СПД, благодаря вот этим мусульманам, которые сюда приезжают, наша страна станет сильнее и лучше. Нет, не станет она. Они отрицают, вот эти вот граждане-мусульмане, особенно радикальные исламисты, они отрицают другие религии, они не терпят неверных. Это все знают, я говорю об этом открыто, потому что все это знают. Но многие боятся это признать и сказать об этом открыто. Они пытаются навязать свои какие-то порядки, свои законы шариата. А политики думают о том, что эти граждане, приехавшие сюда, пускай даже как нелегальные мигранты, интегрируются в жизнь страны, кинут через борт свои каноны шариата и будут жить по нашим законам. Халифат, требование создать такое государство на базе канонов шариата, уже призыв к свержению конституционного строя в стране. Куда смотрит наша контора под названием Verfassungsschutz? Куда смотрит наше правительство? Куда смотрит наш канцлер, который с самонадеянной улыбкой говорит: нет, вы не правы, мы будем и дальше продолжать вести такую политику. Вы не верите? Вот посмотрите. Давайте вспомним историю. Факт остается фактом. В начале 19 века в Турции было 25% христиан. Сегодня же в Турции насчитывается едва ли 0,2% от всего населения страны тех, кто исповедует христианство. То есть ислам, он угнетает, он выжимает, выдворяет другие религии, он не приемлет эти религии. И то же самое творится здесь, в Германии. Когда мусульмане начали говорить, что нам нужен наш культурный центр, где мы сможем помолиться нашему Богу, встретиться со своими товарищами, поговорить о нашей культуре и так далее, пожалуйста, им начали строить здесь мечети. Когда им начали строить мечеть, они стали говорить, что нам нужно больше мечетей, потому что нас-то много, а мечетей мало. И государство сказало: хорошо, вас устроит, если в каждом городе будет как минимум две мечети. Это только начало. А что будет дальше, если наши вот такие вот глупые политики, недальновидные, у которых перед глазами только зеленые бумажки долларовые, ни о чем больше не думают? К чему приведет вот эта миграционная политика через 5-10 лет? От коренного населения, от, скажем так, европейского населения страны останется меньше половины. Все собой заселят вот эти вот бандиты, эти уголовники, мигранты, нелегальные вот эти вот преступники из Сирии, Афганистана, Туниса, Марокко и так далее. И будут устраивать здесь свои таборы. Здесь свои какие-то каноны, скажем так, уголовные порядки, по которым они жили там, в своих странах. Наша Нэнси Фезер готова платить по 1000 евро каждому мигранту, готовому уехать обратно к себе в страну, чтобы только избавиться от них. Она уже согласилась с тем, что да, границы государства должны быть на замке. Но вдруг зеленые и СПД начали кричать: вы что? Мы не имеем права закрывать границы на замок, потому что мы в таком случае нагнетем на себя негативные высказывания мирового сообщества. А право ли то мировое сообщество, когда оно видит, что страна по указке этого мирового сообщества угнетается? То есть вы готовы, господа политики, пожертвовать своим населением ради интересов какого-то мирового олигархата?
После того, когда Маркус Зёдер на встрече со своими избирателями, однопартийцами, сказал, что немцы уже боятся ходить по улицам городов, нашлась женщина, которая представляет комитет вот этих вот иностранцев в стране, Ausländer Beirat, не помню, как это называется, контора, что она сказала, что Зёдер, оказывается, такой же популист, как и партия АФД. Он высказывает такие вот нацистские лозунги, неприемлемые в современном демократическом обществе. Вот эти люди-мигранты из Афганистана или из Сирии будут чувствовать себя угнетенными и будут чувствовать себя порабощенными белой расой. Так что ж получается, они приехали в чужой монастырь, но, блин, со своим уставом. Единственная партия в Германии, которая изначально была против начала проекта миграционной политики и против внедрения вот этих вот, скажем так, свежих сил, свежих умов, специалистов в страну, это была партия АФД. Это действительно была одна единственная партия АФД, которая тогда стояла против и до сих пор придерживается конкретных своих концептов в отношении этой миграционной политики. Поэтому многие политики, особенно ведущие, наше правительство, коалиция, особенно коалиция, всеми силами пытаются вбить в мозг народа информацию о том, что партия «Альтернатива для Германии» очень уж популистская и в сторону неонацизма от этой партии буквально пальчиком двинуть, и ты уже там. Нельзя слушать эту партию, но люди-то видят это все по-другому. Недаром в Тюринге и в Саксонии люди голосовали за эту партию. Недаром потом на следующий день сказала правительство, елки-палки, там, оказывается, на выборах была ошибка в программном обеспечении. Партия АФД заняла не столько голосов, а меньше. Надо исправить. Они боятся за свои места, они боятся за то, что мировой олигархат отнимет у них эту кормушку, у которой они вкусненько, сытно едят ту вареную перловку с брюквой. Они этого боятся. Но боятся признаться в том, что они лгут своему государству, они лгут своему народу. Вот вам, пожалуйста, у нас на канале был видеовыпуск об одном марокканце по имени Тарик. Он жил в городе Апольда. Он терроризировал население этого городка. Он запугивал всех людей, он совершил несколько преступлений, он отсидел, но тем не менее его выпустили, он, вернувшись обратно в этот городок, опять начал терроризировать людей. Люди обратились с открытым письмом к премьер-министру Баден-Вюртемберг и сказали: «Избавьте нас от этого преступника, мы боимся ходить по улицам». Вы знаете, так подействовало. Подействовало. Ему, конечно, денежное пособие не дали, но это уже упущение Нэнси Фезер. Может, она задним числом денежек переправит. Мы этого уже не узнаем. В общем, его депортировали. Но перед тем, как его депортировать, он успел снять мерзкое, отвратительное видео на фоне полицейских, стоящих в оцеплении, когда его из зала суда выводили в машину, чтобы отвезти в аэропорт и отправить его в Касабланку. Дальше с Касабланки его уже будут отправлять в Марокко. Он снял видео, выложил его на ТикТоке. И в этом видео он сказал: «Запомните мое лицо, я еще сюда вернусь, и с каждым полицейским я разберусь лично. Так что вы, полицейские, уже приговорены». Ну как? Вот это вот интеграция в жизнь страны, вот это вот нормальный человек, это миролюбивая религия. Он, кстати, мусульманин. Это разве миролюбивая религия? Ислам не приемлет другие религии, я уже сказал. Ислам вытесняет культуру других народов, попадая на какое-то место, в какую-то территорию,
ислам начинает развиваться, как, скажем так, доброкачественная, вот такая на букву О, доброкачественная, перерастая в злокачественную, распуская метастазы везде, чтобы только вовлечь в свои ряды новых, новоиспеченных мусульман. А вы знаете, что бывает с теми людьми, которые вышли из ислама? Решили больше не быть мусульманами, может быть, просто атеистами. Этих людей по всем мусульманским странам будут преследовать. Они уже поставили на себе крест, эти люди. Они уже, после того, когда они вышли из ислама, ходят по улицам с опаской. Вот вам миролюбивая политика, вернее, миролюбивая религия. Хотя, что религия, что политика, ислам – это одно и то же, это одна и та же догма, это идеология, которая не терпит пререканий, не терпит несогласия со стороны оппонента, требует полного подчинения. Разве я не прав? У нас на канале, когда я начал вот эту тему миграционной политики и стал высказываться о религиозных вот этих вот исламистах, радикально настроенных против государства христианского, в котором они живут, было очень много людей, особенно из Дагестана, из Чечни, очень много людей, которые грозились меня поймать, грозились меня уничтожить, грозились меня почикать, порезать, я скущую твою шею, там один там написал. Куда они делись? Наверное, их все-таки кто-то допокарал. Может быть. А может, они просто устали от того, что они брыжут слюной в свой экран на компьютере или на смартфоне. Потому что просто так любой в соответствии с географической удаленностью может быть героем. Поэтому они и кричат, что они придут, да они всех растопчут, да они всех тут задавят. Вот эти вот пропалестинские демонстрации в стране, заметьте, проходят во всех крупных городах. Но в Баварии как это запретили, как начали сажать вот этих вот происламистов. Эти демонстрации почему-то в Баварии не проводятся. Так почему нельзя запретить эти демонстрации по всей стране? Почему эта Нэнси Фезер готова платить деньги каким-то насильникам, избивающим, насилующих и убивающих женщин и девушек, и отправлять их к себе на родину с денежным пособием? Я так понимаю, что этой Нэнси Фезер не все в голове в порядке. Швеция буквально недавно подписала закон о том, что готова любому мигранту, добровольно покинувшему страну, выплачивать 37 тысяч евро единовременного пособия. Не дай бог наши политики скажут то же самое. Вы представляете, что это будет? Да, найдется 1020-30 вот этих вот радикальных исламистов, которые согласны будут покинуть Германию, естественно, с карманными деньгами. Но сколько еще придет для того, чтобы получить эти деньги? Это же ужасно. И, кстати, я не хотел сказать, что партия АФД прям такая вот розовая и пушистая, что вот они стояли изначально против миграционной политики, стоят до сих пор против миграционной политики. Однако же на выступлениях политиков АФД от этой партии, от фракции АФД в Бундестаге, почему-то сейчас слышатся те же самые высказывания, что можно услышать от политиков от СПД, от ХДС, ХСС, что если мы закроем тотально государственную границу, увы, наша экономика рухнет, потому что нам нужны, это говорят уже политики от АФД, нам нужны рабочие руки, потому что у нас в стране мало специалистов, нам нужны люди, которые будут действительно поднимать нашу промышленность с ног на голову. Буквально недавно эти политики от АФД говорили совершенно другое. Что ж получается, теперь же и им нельзя верить. То есть, получается, здесь в стране должен быть у власти диктатор, который будет говорить: сделали так, завтра приду проверю. И если не сделали, тебя, а можно мне дать тебя расстрелять, товарищи? Такой, что ли, диктатор нужен? В общем,
Такие вот у нас дела. Миграционная политика трещит по швам. Нэнси Фезер уже не знает, как вертеться, как юлить перед избирателями на пресс-конференциях, чтобы избегать постановки неудобных вопросов и не пытаться искать какие-то глупые ответы на эти вопросы. То же самое Анна-Лена Бербок, которая кричит, что нет, нам нужны эти люди, они нам нужны. Уже почему-то перестала об этом кричать, потому что эти люди, которые им нужны, начали почему-то убивать население. А может быть, это и было в планах зеленых и красных политиков в Германии — избавиться от той части населения, которая им невыгодна. Но в таком случае, если к власти в стране придет полицейский, можете говорить все, что угодно. Да, будет полицейское государство, но будет порядок в стране. Господи, когда же эта Германия проснется? Когда у нас народ поймет, что у власти у нас должен стоять человек, слова которого не расходятся с делами, а не стоять человек, который рассказывает сказки на ночь глядя деткам, и они верят в эти сказки. И потом им снятся добрые сны. А утром просыпаются, ё-моё, блин, а реальность-то такая же серая, как и была вчера. Вот такие у меня были сегодня печальные новости. Но уж какие есть. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о том, что у нас появилось на канале нового, и о том, что вы еще не успели посмотреть, но хотели бы. И не болейте. Всем удачи. Пока.